Большое значение для истории казахов и других народов Евразии имеет Алтай. Испокон веков эти величественные горы не просто украшали земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков. Именно здесь, в середине первого тысячелетия нашей эры, зародился тюркский мир, и наступила новая веха в жизни Великой Степи. Из статьи первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Семь граней Великой Степи». Множество тысяч лет существует человечество, и кажется, что ученые успели подробно изучить все этапы его развития. Однако исследования в области археологии открывают новые, невероятно удивительные факты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивает огромную значимость восточно-казахстанских археологических исследований, открытия новых исторических фактов, которые меняют привычное представление об истории древнего кочевого мира. В 2019 году в Восточном Казахстане по инициативе акима области Даниала Ахметова успешно стартовал второй этап комплексной программы по изучению археологических памятников региона. Благодаря высоким достижениям в области археологии, в рамках программы «Рухани Жангыру» мы передаем молодому поколению знания о нашей земле, о мастерстве наших предков, о тех высоких технологиях, которыми они обладали, в области обработки золота, в науке, в образовании, во всех сферах жизнедеятельности. На площади более 25 квадратных километров в урочище Тарбагатая в некрополе Елеке-Сазы 7 групп археологов под руководством выдающихся казахстанских ученых Зайналы Самашева и Абдешит Алиубаева продолжают широкомасштабную работу по изучению 10 элитарных курганов. Огромная экспедиция, оснащенная современной техникой, в команде с отечественными и зарубежными учеными, работает на памятнике. Результаты исследований не заставили себя ждать. Сенсационная находка 2019 года, обнаруженная в нише погребальной камеры кургана Патша, представляет собой уникальные, выполненные в раннесакском зверином стиле, литые золотые изделия. Архары, барсы, грифоны, бисер, массивные браслеты. Особенными находками ученые считают золотого оленя с рогами из тончайшей неоднократно переплетенной проволоки, цельнолитых архаров, фрагменты гривны из бронзы, выполненные в технике плакировки золотом. Древние грабители спрятали драгоценности на поверхности между камней и не вернулись за ними. В кучу собрали несколько сотен хороших изделий, конечно, испортили все, сплющили, но собрали в маленький мешочек вылочный и спрятали в нишу. И вот это в процессе исследования мы обнаружили. В раннем железном веке, на начальной стадии раннего железного века, здесь существовала высокая технология, высокая культура, потому что обработка, тончайшая обработка материала, вот владение вот мощной вот такой технологией обработки материала, цветных металлов, допустим, изготовление вот этих тончайших изделий до миллиметра, это около миллиметра вот эти изделия, шарики, зерни, как они изготавливали, но они же владели этой технологии. Елеке-Сазы даласы
Это степь Елеке-Сазы, одно из немногих мест в Алтайском Тарбагатайском регионе, в котором находилось государство древних сагов. Здесь древние народы оставили уникальную коллекцию культурного наследия. Курган, стоящий за мной, один из крупнейших курганов ранней сагской культуры, высотой более 3 метров, диаметром более 50 метров. Биылғы жылғы мына Тарбағатай тауындағы Елеке сазындағы археологиялық экспедиция жүріп жатыр. В этом году археологическая экспедиция работает в горах Тарбагатая. В экспедиции принимают участие студенты Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Одним из преимуществ экспедиции является то, что сюда приезжают и читают свои лекции много ученых из-за рубежа. В то же время здесь была летняя школа для отечественных ученых. Это могильники простых рядовых людей, тех, которые по статусу ниже. Например, в этом есть надгробная подушка, на которой лежит женщина, а рядом с ней находится ребенок. Это демонстрирует безмерную любовь матери к ребенку. Баласын бірге жерленген. Яғни, бұл жерлеуде, қарасаңыздар, осынау ананың балаға деген махаббатының өзін осы қорғаннан көріп. Основные археологические работы 2019 года были сосредоточены на изучении памятников некрополя Елеке-Сазы в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области. Это связано с сенсационной находкой 2018 года. Тогда археологи нашли неразграбленную гробницу молодого юноши ранней сагской эпохи, полная реконструкция парадного костюма которого станет одним из главных экспонатов нового музея археологии в городе Усть-Каменогорске. В конце сезона археологических работ 2019 года в Елеке-Сазы были еще найдены новые удивительные находки. В дважды разграбленном кургане Бек-2, в котором была погребена молодая девушка 18-25 лет, археологи обнаружили золотые изделия, предположительно с ее головного убора. Ни древним, ни современным грабителям не удалось обнаружить эти сокровища. То есть тут можно предположить, что это было погребение сарматской невесты, которая была привезена сакскому царю на Тарбагатай. Орнаментация, к примеру, вот серьги, так называемая ложная зернь, один из нашивных элементов головного убора этого, то, пожалуйста, здесь вот растительный орнамент. В центральной части изображена фигурка человека в головном уборе и в длиннополом кафтане. Эти вот изображения птиц. То есть это все указывает на сарматское происхождение материалов. Подтверждено к тому же находкой бронзового зеркала сарматского типа. Потрясающие памятники дают возможность обратиться к очень серьезной проблеме – возникновение номадизма или кочевничества. Вот эти уникальные находки свидетельствуют о высоком уровне развития материальной и духовной культуры. Они дают основания простым людям гордиться своим историческим прошлым, понимать, кто были их предки. Это этническое самосознание. Главная цель многолетней работы казахстанских ученых-археологов – это создание целостной истории региона в контексте общей истории Центрально-Азиатского региона. Для того, чтобы реконструировать культурно-исторические процессы, ученым необходимо изучить разные типы памятников. А поселенческий материал поможет решить вопросы, связанные с полиэкономикой и оседлым образом жизни. Думаю, что мы решим там какие-то вопросы, связанные с сложением культур. Как произошел переход от бронзового века к раннему железному веку. И вот для нас большой удачей было то, что недалеко от города Усть-Каменогорске в археологическом комплексе Акбаур мы в этом году впервые совершенно
случайно, мы не ставили такую задачу, мы наткнулись на поселение, уже оседлое поселение ранних саков. И вот это большая удача, большое счастье, потому что именно поселенческого материала нам не хватало. На территории астрономического комплекса Ак-Баур раскопки сезона 2019 года осуществляются под руководством известного казахстанского ученого Зайналы Самашева с участием ученых из Санкт-Петербургского университета и Института истории материальной культуры Российской академии наук. Основная рабочая сила – это студенты высших учебных заведений Казахстана. Первый слой – это ранний железный век. Вполне возможно, что внизу еще будут какие-то слои, может, и не будут, не знаю. В всяком случае, это очень большое поселение. Мы вскрыли только первый горизонт, 1/3 этой всей территории, всей площади поселения. Поэтому работы будут в будущем году продолжены, и в последующие годы, наверное, потребуется минимум 3-4 года для того, чтобы полностью выяснить полную картину. Древние саки жили на этой территории, возле горы Ак-Баур, и оставили после себя очень интересные памятники. Каменное орудие труда, мотыги земледельческие, зернотерки, различные керамические материалы. Но орнаментированных фрагментов керамики очень мало, еще раз свидетельствует о том, что уже люди, которые оставили эти памятники, вели совершенно иной жизни. Вот полуоседлый образ жизни, полукочевнический, вот такой. Тут хозяйство было комплексное. Хозяйственная жизнедеятельность человека охватывает же не только эту маленькую площадку, которую мы копаем, а в принципе и все подножие горы. Поэтому тут могут быть огромное количество памятников, относящихся вот к этому времени, к этим людям, которые здесь жили. Склоны этой горы, то есть они представляют собой такое очень удобное место для жилья. То есть видно, вы видели, что как бы там из подножия бьют ручьи. То есть это значит, есть рядом вода, которая необходима скоту, ну и человеку как бы для его жизни. Вот эти вот живописные ложки как бы представляют собой естественное укрытие скота как бы от ветров, защищенных со всех сторон. Древняя астрономическая площадка. Обилие петроглифов и наскальных изображений конца бронзового и начала раннего железного века представляют огромный интерес для ученых и туристов. Стены одноименного грота с полукруглым пространством внутри и отверстием в форме сердца наверху буквально исписаны разнообразными символами и знаками, среди которых множество крестов, знаков солнца. Возможно, что здесь велись систематические астрономические наблюдения. Такой своеобразный грот, очень защищенный от со всех сторон, но он позволяет, видимо, в очень древнее время здесь пытались создать какую-то систему миропонимания через сюжеты, через различные изображения фигур. Там представлены различные и кресты, различные сюжеты, связанные с повозкой, с колесницей. Потом там есть очень интересные тоже сюжеты, которые пока не поняты. Такое многообразие точек. Весь этот комплекс представляет, конечно, уникальное явление. И прекрасный музей-заповедник, который здесь организован, позволит большому количеству населения как бы видеть то многообразие культурного наследия, которое доходит нам из глубины веков. Программа развития археологии Восточно-Казахстанской области включает в себя не только полевые археологические исследования, но и обработку найденных артефактов, публикацию материалов, музеификацию, пропаганду научных знаний о древней средневековой истории Восточного Казахстана. Я очень рада и считаю, что это замечательно, что Россия и Казахстан сотрудничают вот так вот в науке. И несмотря на то, что мы живем в разных странах, между учеными, археологами, филологами, историками, происходит такое вот открытое взаимодействие. В
Широкомасштабные работы в области археологии привлекают ученых со всего мира. В том числе европейские археологи принимают активное участие в сохранении и исследовании известных археологических памятников. Alors voilà, je suis revenu à Blackett il y a à peu près deux semaines, et là j'ai trouvé que les fouilles. За эти годы и за последний сезон на археологическом памятнике Блэкит проделана грандиозная работа. Храм почти полностью открыт. Находки очень интересные. Найдено множество керамических фрагментов, которые мы сейчас изучаем и скоро опубликуем. Предполагаем, что найденный на раскопках фарфор имеет отношение к Китаю. При более тщательном изучении мы получим информацию о происхождении найденных предметов. Также раскрыт полный архитектурный декор храма и других зданий комплекса. Работа продолжается. В ближайшее время мы сделаем реконструкцию памятника в 3D. Место для постройки храмового комплекса Аблайкит буддийскими монахами было выбрано не случайно. Его северную и западную часть защищали горы, а небольшое высокогорное озеро с идеально чистой водой и цветущими в нем лотосами было любимым местом для медитации. Граница крепости шла по долинной части. Это была мощная каменная стена протяженностью более 2000 метров. Главные входные ворота располагались с юга, хозяйственные — с востока. Словно вознесенный к небесам, храм с богослужебной библиотекой внутри величественно возвышался над окружающими его сооружениями. Это часть экстерьера была, крыши. Они располагались по гребню крыш в виде украшений. Статуэтка дракона, сидящего в статичном положении, с поднятой вверх головой. Статуэтка сделана из глины, потом подверглась обжигу. Обжиг был высокотемпературный, потому что статуэтка не крошится, не слоится и имеет равномерный цвет. Это говорит о том, что был сделан профессиональными мастерами. Дешифровка найденных в Аблайките рукописей на тибетском и монгольском языках помогает уточнить исторические факты. К сожалению, монахи не оставили послания своей жизни, событиях того времени, технологиях, а лишь переписывали священные тексты. В историко-краеведческом музее сейчас хранятся фрагменты бересты, где на тибетском письме написаны мантры. Мантры — это такие молитвенные формулы в буддизме, которые могли писать для разных целей. Может быть, даже в стену закладывали, или в колонну, или в какие-то предметы, потому что это как, ну, в каком-то смысле как талисман могло работать. Ежегодно по программе «Рухани Жингыру» восточно-казахстанские школьники и студенты принимают участие в исследовании памятников культурного наследия. Дети слушают лекции по этнографии, знакомятся с историей родного края не по учебникам, ведь им предоставлена уникальная возможность попробовать себя в роли археологов. Возможно, в будущем кто-то из этих ребят удивит мир новыми сенсациями. Одной из задач программы развития археологии Восточно-Казахстанской области является подготовка новых квалифицированных кадров. Вместе с передачей колоссального опыта у будущих специалистов формируется патриотическое сознание, верность своему отечеству, готовность к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.